Здравствуйте, мои хорошие, и снова с вами магазин Lyuchet.ru. И сегодня мы смотрим с вами комплекты без камней, без каменка так называемая. Еще больше украшений на нашем сайте Lyuchet.ru. Все цены, размеры, все в реальном времени. И, конечно, в помощь вам наш WhatsApp, вот этот телефон, на котором установлен WhatsApp, и вы можете сделать скрин страницы, и все цены вы сразу узнаете, чтобы не утруждать себя. Мы вам в этом поможем. Итак, мы начинаем смотреть с компании Века. Комплект называется «Орнамент». Продается все по отдельности, серьги, кольцо и браслетик. Очень интересная модель, она относит нас к стилю кантри. Здесь у нас, видите, такой слегка к востоку выходит орнамент, да? И браслет у нас идет частично каркасный. Вот этот крупный медальон, узор на браслете, кольце и серьгах идентичные. Дужки и удлинитель. Дужки можно отрегулировать для себя и аккуратненько вот этот изгиб сделать по своей женской ручке. Да? Смотрится браслетик шикарно, одевается легко за счет того, что есть удлинитель, вы всегда можете его отрегулировать. Такие вещи смотрятся с очень большим количеством одежды. Это любые свитера, джинсы, любые белые рубашки и все остальное. Наверное, исключение будет прям вечерние платья, которые выполнены в таком пафосном стиле. Все остальное, любое строгое платье подойдет, любое тоненькое, женское, такое с воланами платье тоже, в принципе, может вписаться. Сережки у нас по весу 9,8-10 грамм на ушко. С тыльной стороны у нас просто пластиночка, немножко занижен штифт, порядка 2-3 миллиметров. Хорошее открытие, английский замочек, швен за чуть-чуть приподнят, и сережки заваливаться не будут. Такая вот красота. Ну и плюс к тому, что без каменка она у нас не цепляет одежду. Здесь все гладко, ровно, да, и одежда ваша будет в целости и сохранности. Размер кольца мы здесь выбираем как обычную обручалку. За счет того, что по толщине колечко порядка 3-4 мм, все-таки оно может чуток маломерить. 17 размер колечка, приблизительно на 16,5 я надела 17. Это если вы любите посвободней. Дальше мы смотрим. Очень красивые изделия делают итальянские мастера. И плюс здесь в том, что кольцо у нас, видите, безразмерное. То есть вы можете для себя его как угодно отрегулировать. Серьги у них сделаны пусетами и обыкновенный замочек. Нижняя часть подвижная. Смотрите, словно какие-то древние ископаемые мы нашли, да, и элементы вот такие вот треугольники. Сейчас поближе с вами посмотрим браслет. У браслета все элементы подвижные. С тыльной стороны они сделаны, как формочка такая для песка. И подвешены на колечки. Очень интересная сама работа по серебру. Вот я поближе держу. Здесь идет словно такое тиснение с мелкими-мелкими гранями. И за счет этого весь браслет прям переливается. Даже он так не переливается, а нежно-нежно мерцает. Хочется, чтобы на видео это, конечно, было видно. Браслет мягкий, есть удлинители, так что все очень удобно в плане эксплуатации. Дальше новиночка от завода «Циркон». Выпустил завод ее впервые. Посмотрите, какая интересная работа. Вот эти гладкие линии чередуются с такими рифлеными, да, точечками. Кольцо имеет форму, видите? Так, вот я правильно покажу, чтобы вы видели. Вот изгиб некоторые есть. И когда вы на пальчик его надеваете, 19,5. Прям, 19,5 туго. Видите, то есть в ложбинку между пальцами кольцо прям совершенно четко садится. Причем можно поиграться, и в зависимости от того, как вам больше нравится, вот сюда может лечь ложбинку, либо туда. У сережек ровно такой же изгиб. Очень интересно смотрится изделие, очень оригинально, так по-дизайнерски. Открытие, достаточно хорошее открытие. Занижение полсантиметра. Сережки не тяжелые, они весят всего 10,75, 5,5 грамм на ушко. Вот такая вот красота. Опять же, в магазине надо мерить сережки либо так, либо вот так. Все неасимметричные серьги надо мерить в двух форматах. Это очень сильно скажется, потому что ушки у нас у всех по-разному прилегают к телу, имеют разные проколы, и это как бы вот реально нужно мерить. Дальше мы смотрим, смотрите, узоры. Огурцы так называемые, да, или узор пейсли от компании Невский. Размер колечка 17,5. С тыльной стороны у нас солнышко, которое будет нас согревать. Посмотрите, как интересно сделано архитектурное сооружение, которое поддерживается и украшено двумя фионитиками. Мелочь, а приятно. И по размеру 17,5.
Вы знаете, за счет того, что вот эта вот нижняя часть имеет такую большую, большое пространство такое, то 17,5 мне четко совершенно села на 17,5 на мои пухлые пальчики. И здесь у нас сережка, нижняя часть, опять же пластиночка с таким орнаментом, солнце. Или что это? Разводы такие с тыльной стороны. Опять же, в финишной части швенца у нас есть маленький фианитик вставлен. Открытие достаточно хорошее. Английский замочек. С тыльной стороны швенца приподнято. Все как обычно, как мы с вами любим. И по весу эти сережки у нас весят 12,37. 6 с небольшим грамм на ушко. Посмотрите, как красиво комплект смотрится. Очень оригинально. Ну и, конечно, работа по серебру. Орнамент здесь очень интересный, красивый, такой загадочный. И последний наш любимый артефакт. Называется Фестский круг. 20 размер колечка. Вот этот артефакт, который известен во всем мире, его еще не расшифровали, есть только различные теории, полностью скопирован работа в серебре, причем с наружной и с тыльной стороны. 20 размер колечка я сейчас примеряю на 19,5, да, ну, честно, я бы взяла даже на 19, наверное, его. Все-таки верхняя большая пластина, она должна сидеть свободно. У сережек, опять же, вот эта пластиночка у нас копирует алфавит с двух сторон. Серьги подвесные на английской петельке обычной. И обращаем внимание на вес. 13, 34, 6,5 грамм. И браслет. Браслет состоит из таких же элементов, но меньших по размеру. Опять же, они у нас двусторонние. И все, видите, они имеют изгиб, за счет чего очень мило обнимают женскую ручку. У браслета обыкновенная застежка на карабин и есть удлинитель. Так что озадачиваемся, готовимся к празднику, к открытию, скажем так, сезона, когда мы снимаем крупную, теплую, веселую, большую одежду с себя, раздеваемся и ходим красивыми и радуем всех людей вокруг. А мы вас ждем в нашем магазине.